9 сентября 1828 года родился великий русский писатель Лев Толстой. Лев Николаевич посвятил свою жизнь не только литературе, а также детям, образованию и педагогике. В истории педагогики имя Льва Толстого стоит рядом с именем Жан-Жака Руссо. Оба они признаны основателями свободной педагогики. Но по сравнению с Руссо, Лев Толстой сделал шаг вперед, утвердив идею ненасильственного обучения как наиболее продуктивный путь образования и воспитания. Библиотека номер 7 поселка Маймаксанского лесного порта предлагает вашему вниманию видеопрезентацию «Школа Льва Толстого». Защитником, учителем, наставником детей, а также детским писателем Толстой стал не по обязанности, а по зову сердца. Один из близких его помощников писал: «Лев Николаевич всю свою жизнь очень любил детей, и самых маленьких, и более старших, всегда проводил с ними много времени. Зимой катался на коньках или на санках с гор, ходил на лыжах, а летом гулял по полям, лесам, собирал с ними цветы, ягоды, грибы. И всегда он им что-нибудь рассказывал. И чего только не рассказывал. И про себя, какой маленький был, и как в молодости на Кавказе жил, и про своих родителей, знакомых, и всевозможные истории, и басни, и сказки. И дети могли слушать его сколько угодно, слушали бы и слушали, потому что уж очень он интересно, занятно про все рассказывал». В 1859 году Лев Толстой открыл школу в Ясной Поляне. Цель школы по Толстому – это воспитание творческой нравственной личности. Задача обучения – это формирование творческого мышления. Если ученик в школе, указывал он, не научится сам творить, то и в жизни он всегда будет только подражать, копировать. Школа работала бесплатно. Всего было около 40 школьников. Занятия начинались в 8:30 утра и заканчивались под вечер. Лев Николаевич сам преподавал в школе, учил детей математике, физике, истории. Кроме того, дети изучали естествознание, русский язык, пение, рисование, гимнастику, столярное и аграрное дело. Всего 12 предметов. Толстой был убежден, что начальная школа не должна быть лишь школой грамоты. Наоборот, детям следует давать широкий круг знаний. В школе было два кабинета. На полках вдоль стен лежали редкие камни, травы. На занятиях рассаживались свободно, кто как хотел, на лавках или просто на полу. Домашних заданий не было никаких. Лев Николаевич прекрасно понимал, что у детей просто не будет возможности их делать, поскольку по возвращении из школы ребят загрузят крестьянской работой. Летом занятия не прекращались, но перемещались в сад, где ребята рассаживались вокруг учителя. А еще вместе с учителем часто ходили в лес за цветами, грибами, травами, много рисовали и просто играли. Педагоги должны были поддерживать интерес школьников к учебе, развивать их творческие стороны, не только объяснять сложное просто, но и наглядно разъяснять, проводить опыты и экскурсии, обращать внимание на различные картины и таблицы, показывать явления в их естественном виде. И дети занимались с огромной радостью. Учителю не приходилось их заставлять.
школе у нас было весело», – вспоминает один из любимых учеников Толстого Василий Морозов. «Занимались с охотой, но еще с большей охотой, нежели мы, занимался с нами Лев Николаевич. Так усердно занимался, что нередко оставался без завтрака. В школе вид он принимал серьезный, требовал от нас чистоты, бережливости к учебным вещам и правдивости. Не любил, если кто из учеников допускал какие-нибудь глупые шалости. Любил, чтобы на вопрос ему отвечали правду, без задней выдумки. Порядок у нас был образцовый на все 3 года». Летом 1862 года на Льва Толстого поступил донос. Писатели обвиняли в том, что он содержит подпольную типографию. Это дало жандармам право прийти в дом писателя с обыском. Кроме того, жандармов возмущало положительное отношение Толстого к крестьянам. В итоге писатель был вынужден закрыть школу. Спустя 10 лет после закрытия школы Лев Толстой напишет «Азбуку». Это школьное пособие, состоящее из 4 книг, включает не только адресованные ученикам короткие истории, былины, басни, загадки, но и рекомендации педагогам. «Азбука» относилась к числу любимых сочинений Толстого. Автор надеялся, что с его помощью обретут грамотность по меньшей мере 2 поколения русских детей – от царских до мужицких. И вот уже более века не только в России, но и во многих странах дети, начиная познавать грамоту по букварям и первым книгам для чтения, обязательно встречают написанные Толстым рассказы из его знаменитой «Азбуки». Спустя 10 лет после закрытия школы Лев Толстой напишет «Азбуку». Это школьное пособие, состоящее из 4 книг, включает не только адресованные ученикам короткие истории, былины, басни, загадки, но и рекомендации педагогам. «Азбука» относилась к числу любимых сочинений Толстого. Автор надеялся, что с его помощью обретут грамотность по меньшей мере 2 поколения русских детей – от царских до мужицких.